Здравствуйте, друзья! У нас такой небольшой анонс. Состоит он в том, что я приглашаю вас задавать вопросы, если есть, конечно. Если нет, то не задавайте. Об экзамене TOEFL. Да? Значит, это такой экзамен для демонстрации своих знаний в английском языке с целью поступления в американские учебные заведения. То есть вас не возьмут как иностранца без того, чтобы сдать TOEFL. TOEFL можно сдавать в Америке, можно сдавать в тех странах, где вы живете. Наверняка есть возможности, там какие-то центры, где можно сдать. Но дело не в этом. Дело в том, что с нами будет беседовать, у нас будет интервью со Светланой, которая раньше была в Лос-Анджелесе, а сейчас она в Сан-Франциско, а потом снова поедет в Лос-Анджелес. Ну, неважно. Светлана преподает английский, она готовит людей к TOEFL. И если какие-то вопросы есть, ну вот, кроме того, а что это вообще такое? Хотя, что такое, тоже хороший вопрос, но я думаю, что мы и так ответим. Вот, задавайте в комментариях под этим видео. Счастливо!